как обычно, салат под шубой с легким паром. А в этот год я решила еще, оказывается, я узнала, что будет трансляция балета «Щелкунчика» с Большого в Москве. Ну, так как я хотела бы сходить в нашу оперу, но что-то как-то не подсуетилась. Вот, ну вот в этом году решила посмотреть трансляцию. Как всегда, обмен подарками, игры настольные, еще созвон с родственниками. Как обычно. Цветы, шампанское, шоколад. Так как у меня день рождения на Новый год, семья собирается у меня. А по настроению и по ситуации. Мы последние два года с дома вообще никуда даже не ходили вдвоем с дочерью. В основном мы собираемся с родственниками, иногда ходим в баню в этот день. А так, ну, в этом году будем вдвоем. Конечно, Новый год – это семейный праздник, и, безусловно, мы всегда стараемся собраться в кругу семьи, большим, так сказать, нашим, да, семейным кругом. Обязательно у нас есть свой ритуал, мы встречаем Новый год, обязательно, чтобы был камин. У нас это, да, есть такое, так сказать, наше небольшое, это еще идет и далеко из детства, когда еще камин, знаете, в детстве он был такой, как искусственный, да, как у Буратино в мультике, в сказке. Вот. Ну вот мы его воплотили в реальность, поэтому у нас вот теперь камин – это наша неотъемлемая обязательная часть. Ну, конечно, в 12 часов мы загадываем всегда желания, поздравляем друг друга.